Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать душевую кабину. Летний душ он же. Шириной метр, длиной 2. С парником, с баком на брусе. Бак без подогрева. Бака приехали, расположились, приступаем к сборке. Каркас летнего душа практически готов. Собираем его на боку, так удобнее. Собираем, обшиваем, бак засовываем. Сейчас его будем ставить, отнесем сначала основание, потом сам душ отнесем, прикрутим и будем уже делать дверку, трапик и все остальное. Кончился монтаж летнего душа. Напоминаю, строили размер сегодня 2 длина, метр ширина. С парником, с баком, бак без подогрева, есть лейка, есть набор для мыльницы, для того, чтобы что-нибудь вешать, крючки, есть шторка, есть трапик с ковриком. Каркас сделан с профильной трубой 20/40, покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад, поликарбонат стены и дверь белый, матовый, парник прозрачный. Все 4-миллиметровое, все защищено торцевым профилем. Все стоит на брусе 100/100, брус закреплен к земле с помощью якорения. И также обработан антисептиком. Вот такой отличный летний душ для нашего суперского, супер не теплого уральского лета. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать душ летний метр на 2 с парником. Пока приехали, разгрузились. Приступаем к монтажу. Душ практически готов. Осталось обшить дверь. Установить трапик. Клиент попросил душ на боку. Лежа будет мыться. Не знаю, как вода будет течь. Ну, это разберутся уже без нас. Все шучу, конечно. Мы его собираем на боку. Так удобнее. Сейчас его будем ставить на брус. Устанавливать трапик и обшивать дверь. Кончился у нас монтаж душа. Напоминаю, строили сегодня размер 2 метра длиной, метр шириной, парник, так, трапик, коврик, душевой набор, шторка, бак с подогревом, каркас с профильной трубой 20/20/20/40, покрашка полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Стоит на брусе, брус 100/100, закреплен к земле якорями. Поликарбонат 4 мм на стены, серый, 4 мм прозрачный, на парник. Вот такой отличный душ у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.